В России сегодня отмечают День пограничных войск. В Югре тоже действуют подразделения погранслужбы на контрольно-пропускных пунктах в аэропортах Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута. В округе действует общественная организация погранвойск. В ее рядах порядка 3000 человек. Они передают свой опыт молодежи, поддерживают семьи погибших сослуживцев. Сегодня защитники границ пришли почтить память товарищей, с которыми стояли в строю. Пограничники всегда стоят на рубеже Отечества. А вообще, в целом, все военные исполняют свой воинский долг с честью и достоинством. А пограничникам выпала такая святая обязанность стоять на рубежах Отечества и первыми встречать врага в лицо.